If I may have your attention, please. At this time, we're going to begin the services here in the Interment Chapel for Mr. Naum Denenberg. As we begin the service, I would ask if any of you might have a cell phone or any other noise-making device, please turn them off at this time. Officiating the service here today is Rabbi Eliezer Demarski. Благодарю тебя, Витадоме Роилович, Сорбино, Здеши, Ярвицен, Ярмен, Нахосиан, Глайни, Навши, Шоеве, Винхен, Гумангли, Целек, Леманшно, Гамкел, Вегец, Алмаве, Слера, Раки, Тайнади, Шифтеха, Мишан, Теха, Хема, Инаха, Мини, Тарох, Лепан, Лешилха, Негецерара, Дишан, Табашем, Роши, Козревая, Ахтова, Хесет, Ердефуни, Колема, Ихая, Вишавти, Бенли, Саданой, Леорах, Ямин. Я так полагаю, что все, или почти что все в зале знали Наума, но тем не менее, мне кажется, важно, чтобы еще раз прозвучало и для нас, и для него, каким он был, каким незаурядным человеком он был. И прежде всего, наши соболезнования Ане, Диме, дочерям, Вере и Але. Иногда, по-настоящему оцениваешь человека, когда человека уже нет. Потому что только тогда, когда, так сказать, солнце зашло, оглядываешься и начинаешь понимать, кем он был и какое место он занимал в нашей жизни. Но выпало нелегкая жизнь. Он был ребенком послевоенным. Он и Дима родились после войны. Отец польский еврей. Работал очень тяжело руками, портной, мама завуч. Но что их объединяло, папу и маму его, то, что оба очень тяжело работали, именно вот после войны. Разные работы, но очень много время поглощало, как бы, работа поглощала. И поэтому Наум во многом так сложилось в семье. Он вырос, он был старшим братом и ответственным. Он был ответственным, он был по-настоящему старшим братом для Димы. Во многом даже в чем-то заменял отца. И очень многое, что он достиг, это был результат его личного роста. Он был очень одаренным, очень умным, очень способным ребенком. И за что бы он ни брался, он делал на 100%. И мне кажется, любая, у него была определенная профессия, но какую бы профессию, мне кажется, он бы не выбрал, он бы был там, он бы там преуспел. И это показывает и его отметки в школе. Аня рассказывала, закончил серебряной медалью, говорили, да? И золотым дипломом, с красным дипломом он закончил институт. Несмотря на то, что семья была в Пинске, Белоруссия. Он поехал учиться в Москву, и там, конечно, больше возможностей. И он очень вырос. Если мы говорим о его как карьере, профессиональной карьере, он очень вырос, потому что его качества очень хорошие организационные качества. Он был очень требовательный прежде всего к себе, но и также ко всем подчиненным. Пользовался большим уважением. И он вырос. Он был кандидат наук, медали, заслуженный изобретатель СССР, много раз предложений и патентов. Было представление на выставке, в
вещи представлялись на ВДНХ в Москве. То есть на самом деле человек вырос и внес очень большой вклад в экономику страны. И приехав сюда, и, кстати, приезд, это тоже была его идея, потому что как умный и мудрый человек, уже имея двух дочерей вместе с Аней, его взгляд и будущее, он понимал, что это здесь. Он сделал все возможное, чтобы семья, привести семью сюда. И здесь он также продолжал, вот как он достигал и рос, точно так же было здесь, хотя это было намного труднее, это был уже не тот возраст и, конечно, другой язык. Он очень много работал в своей первой компании, в японской компании, потом Allstate, 20 лет. И опять-таки то же самое, огромное уважение, вот тут есть фотография с медалями, и внес опять-таки большой вклад в эту страну. И опять-таки, где бы он ни жил, мне кажется, он бы внес бы вклад в то место, в той стране, потому что вот таким он был человеком, очень образованным, очень разносторонним, и опять-таки требовательным, и все должно было быть на 100%. Но с другой стороны, это бескорыстность, потому что главное, однажды, кстати, президент Рейган сказал, что люди бы достигли намного большего, если бы они не беспокоились, who will take credit. Так вот, ему не важно было, кто, who will take credit, кто это, чье имя будет подписано, а главное, чтобы было сделано. И вот поэтому он и пользовался очень большой любовью и уважением. И как я говорил, будучи таким же требовательным к себе, он был таким же требовательным к дочерям, что, конечно, не всегда это было просто или легко, но он был хороший отец, потому что он верил, он видел в своих дочерях, что они способны на очень много. Я не знаю, как говорил это при жизни, но он гордился вами, гордился ими. И его планы сбылись, его мечты сбылись, семья переехала сюда. Родились внуки, Зекри, Дэниел, Аарон, Майкл. You're his future. И все мечты, я уверен, то, что он не смог и не успел, может быть, воплотить. Он очень хотел, чтобы его внуки пошли по его стопам. Не обязательно выбирали ту же самую профессию, но отношение к делу, отношение к людям, чтобы было такое. Он был очень общительный человек, очень много друзей. Юмор помогал во многом. Потому что, как мы знаем, последние 18 лет он болел, и он пережил все прогнозы врачей, и он применил весь свой талант. Это был его, может быть, самый такой последний главный проект. Это он сам, его здоровье. Он исследовал все, и он перепробовал все, что можно было, и он себя протянул. 18 лет – это огромный срок. Я не знаю примеров, когда люди, вот, имеющие такую болезнь, так долго могли бы прожить, потому что он действительно, он хотел жить, ему было ради кого жить. Это самый главный, один из самых главных факторов долголетия. Когда у человека есть цель, у человека есть ради кого, ради чего жить, это тебя тянет. Это тебя тянет вперед. Его дочери, его внуки, Илья и Паша, которые вошли в семью, это были самые близкие люди, ради которых стоило жить, ради которых он жил и прожил так много лет. Он участвовал в организации «Круг», которая, по сути, есть «Круг». Это круг людей его возраста во многом, интересов. Он влился вместе с Аней, они влились в эту организацию, потому что, опять-таки, это были люди, это было общение, это была возможность поделиться с кем-то и опытом своим, и чем-то, и back and forth, то есть что-то выучить от других. И вот сейчас, когда его нету, по-настоящему светится в памяти, кем он был, потому что ощущается, когда его нету, ощущается, чего нету. Прекрасный человек,
муж, брат, отец, дедушка и также сын. Мама приехала сюда, он был самым лучшим сыном. Самым лучшим сыном. Он эту пятую заповедь выполнил на пять. И остается пример теперь. Его нет, он остается пример семье, всем, кто его знал, друзьям, близким. Как человек должен прожить? Что такое быть настоящим человеком? Он построил себя, он сделал из себя настоящего, хорошего человека. Я бы хотел в этот момент пригласить семью, если кто-то хочет что-то сказать. Пожалуйста. Пару слов. Я хочу сказать. Пожалуйста, Аня. С работы. И славы. Что вам нужно? Здравствуйте, наши глубочайшие соболезнования. Наум был замечательным и неординарным человеком. Невероятно жалко, когда из жизни уходят хорошие и светлые люди. Земля ему ухом, светлая память. Вам и вашей семье силы выдержки в это тяжелое время. Дайте знать, если вы можете чем-то помочь. Какая работа? And just to echo a few of the ideas that Rabbi Demarsky said in very nicely in Russian, try to capture a little bit of that as far as how my relationship with my grandpa in English. So I saw him as a persistent, smart, and very caring man. He set himself very high goals, Rabbi Demarsky said, and he accomplished lots of those goals. He earned a doctorate degree in Russia, and he had many patents, he basically almost cured cancer. He moved his family to America to give them a better life, and he worked really hard to achieve success here, and not just like take all the struggle and give up. In the same vein, he always wanted his whole family and everyone else to achieve a similar level of success and to actualize their potential as to their highest ability and to take advantage of the freedom and opportunity that he worked so hard to provide. So in that vein, he planned projects for him and I to do, and he hoped that would kindle a passion in me for building and problem solving the same way that he had. He taught me how to code, and I didn't find it so interesting at the time. But he took the initiative and sat down and got a book, and we learned how to write code, and he taught me how to work with my hands. We fixed my mom's car after a fire truck hit it. So through that, I really discovered my passions for building things and seeing what I can accomplish. And through every milestone of my life, I seek my grandfather's approval to make sure that I was making good choices and the right choices to lead me on a successful path. And I always hope that Zyodushka would get to see me grow up and get married, graduate college, and get a job. And selfishly, I'm very thankful that he was alive long enough to see that happen. Really interestingly, on Zyodushka's last birthday, when I was leaving the birthday party, he came over to me, called me over to him to say bye, and he held my hand and he smiled, and he told me that he had to tell me something. He leaned in close and told me that he had a secret. He said that some people acknowledge the kindness that other people bestow upon them, and then they just move on and they forget about it. And there are some people that rarely acknowledge others' kindnesses outwardly, but they are grateful every day for what they have and what people have helped them with and what people have helped them with. So he said that he's the latter type, that although it's hard for him to maybe to acknowledge outwardly and to thank people, but he's always grateful and he's always
thinking about how much goodness and kindness people have done to him, and he's always thinking about that. So, and he kept that with him until, I guess, 4 months ago. That's it. Мало что приготовлено. Мне повезло познакомиться с Новым Писахачем, когда он еще был новый и здоровый. И он меня многому научил. И он от меня многому научил. Он научился терпеть. Он научился меня терпеть. Он приходил, когда надо было что-то починить, он приходил ведром инструментов и начинал чинить. И я учился чинить. А иногда я был трудный ученик, и он учился меня терпеть. А, но не только этому я от него научился. Я от него научился планировать, как Роберт Макс уже сказал. Он все любил. Он передал Али манеру планировать все вперед, и мне приходится теперь планировать все вперед. Да. Я тоже пытался что-то подготовить, и все, что, к сожалению, я продумывал, мне пришлось зачеркнуть, потому что оно казалось официальным, нечестным. Но основные два качества Наума это были, он очень сильно любил свою семью, Аллу, Веру, Аню, Диму. Он любил всех, у него была большая душа, чтобы любить всех. Естественно, он любил своих родителей, он очень много сил и внимания уделял своей маме, особенно когда она заболела. И он много и долго в своих душе страдал о том, что, к сожалению, ничего уже не может сделать с родительским возрастом. Он старался, как мог, помочь, и это очень сильно наложило на него, к сожалению, отпечаток. Он потратил очень много сил душевных на это. Как мы знаем, это, может быть, было частью того, что случилось с ним потом. Но в любом случае он всегда думал о семье в первую очередь. И в то же время он всегда был инженером. Он пытался продумать каждый шаг, пытался продумать, что нужно сделать, чтобы чего-то не случилось, или наоборот, что-то случилось. И мне кажется, он посмотрел бы на нас, то, что мы делаем сегодня, и он сказал бы, что мы все сделали правильно, и что это должно было случиться так, как оно случилось. Пусть мир будет всегда и земля будет. Спасибо. Это еще один приложение. Окей. Если вы хотите от себя пару слов. Что на лугу мои учти. У меня вырастет. По-моему, у него научилась. Потому что мы поженились молодые 20 лет. И как бы от мамы перешла к нему. А он оказался на год меня старше, но гораздо мудрее. А я самостоятельный. Да. И я ему очень благодарна за все, что он для меня сделал. Я прочту заключительную молитву. Перевод, смысл этой молитвы. Мы молимся, просим Всевышнего в этот день вспомнить Наума Пейсаховича, все, что он сделал, все, что он достиг в своей жизни, чтобы его душа заняла самое высокое почетное место среди еврейских отцов, героев и праведников. И я попрошу всех встать на время этой молитвы и в конце ответить «Аминь». אל מלא רחמים
Шойхен вам роломим. Гамце мнуха нехона, алькан фея шхина. Бемалось гдошим виторим, кизохар ракия мазгирим. Эс нишмас наум бен пейсах шелах леламон. Бавур шем ишпох татитен лицдока ватас корас нишмасох. Беганейдем тихие менухасох. Лахен бал рахамим, ястирегу бесесрек нафам леламим. Вицрор бицрорахаим эс нишмасо, Адоной гунахаласо. Веянох бешалом аль мишкаво, веномар амейн. Садись, пожалуйста, без таких сиц. This concludes the service here in the interment chapel. The interment will take place here on the grounds of Sunset Cemetery. If you're joining with the family for the burial, please drive in your cars. Do not walk to the grave. The shiva following the service will be private, but there is a contact number for an individual you can reach out to. At this time, I would ask everyone to please rise as the deceased and family are escorted from the interment chapel. And I would ask if there are Jewish men that are capable of serving as pallbearers today, please step forward. Thank you. I ask everyone to please be seated or gather behind the family chairs. Пожалуйста, пройдите сюда. Дима, Yeah,
Что тебе передали? Что? Ну, еще, подождите, я еще не закончу. Теперь возьмитесь двумя руками. Что-то вы должны. Я просто... Надо порвать до конца. Да, подождите. Сейчас мы скажем фразу и потом пробьете. Повторяйте за мной. Барух, Атар, Адонай, Элохейну, Мелех, Гаолам, Даян, Гаэмес. И теперь надорвите вместе. Все, все, немного. Чуть-чуть. Садитесь. Аня, а где? Они перебили. Отставили.
Я вас приглашаю принять участие. I would like invite everyone to participate and put после этого, да, and put few shovels of earth on the grave и бросить несколько лопат земли на могилу. После этого лопату оставьте в земле, не передавайте из рук в руки. Это крутого воды там Просевшие бы из Минска, чтобы мы росли вместе. Я написала, она говорит, покажи за меня кончик. Друзья, спасибо. Она тоже будет. Идите в мир. Нет. Там на данный. И он сидит там. Это был. Я Я хочу.
Yeah, they're watching by the way. Who's watching? Sorry, for the only one. Yeah, there's got to be something in the chat. It's live. It's really good. Да, мы с вами делали пас, причем тоже это видно. Если бы вы отправили вот тот, который представил. Take it for bucks, or in? Right. You know, that would have been the Прочтем Кадиш, и попросить Кадиш. Я вас попрошу в определенных местах ответить Амейн. We'll say Кадиш, and let's get everybody in there. Take places to answer Амейн. Изгадал Гошем, мой рабо, Ваалмоди в рот, Ирусей, Ваайхлим, Малхусей, Бихалейнал, Авея Мехал, Авея Хей, Дехоль, Бес Исраил, Баахова, Увизман, Карим, Вирму. Амен. Амен. Гейш мей рабо мевера велам везлам мелеймо. Исхабрах вейхлабах вейспорал вейскарамам вейскарлесе вейскадар вейскаселе вейскаделаль мейл бикудаш приху леймо минкол бирхо бирхосо Вишеросо, Туберхосо, Вехамейсо, Демиран, Белмов, Вемиру, Аймен. Амен. Эсхей Шломо Рабо, Мин Шмайо, Вихаим Олейну, Вэль Коль Исраэль, Веймру, Аумен. Амен. Осе Шалом Бермово,
Уясе шалом алейну веаль коль Исраэль визмиру. Амен. Амен. Thank you. Now, ask everyone, except for family, to form two lines here. Two lines. Аня, вы и вашей дочери и Дима пойдете по коридору. Как ты возвращаешься? Table is important. If come is through, we say the conditional phrase condolences. We say it in Hebrew, and its meaning is may God console you among other foreign society Jews. Всевышний утешит вас среди всех скорбящих сегодня Иерусалим. Проходите, пожалуйста. Repeat after me. Amoko, Hinachem, Eshem, Besok, Shear, Avelei, Sion, Yerushalayim. Thank you. This concludes the service here at the cemetery. Thank you.